Привет, интернет, это Выживатор, я продолжаю выживать в игре Insomnia The Ark. Я отправляюсь на станцию D96 для того, чтобы попробовать облутать те сундуки, которые не получилось облутать в прошлый раз. Дивизия Дархала дислоцируется в Урби и ответственна за охрану периметра, написано. Так, смотрим. Здесь уже все хорошо, навели порядок. Накрыли какого-то паренька, который читал башню грез зачем-то. Что тут вообще происходит? Трибун. Они тут кого-то наказали, что ли, или что? Какие-то трупы лежат. Чем вы тут занимаетесь, ребят? Похоже, что они убили каких-то геттеров, что ли? Устройство микросхем. Надо разобрать. Нет, разбирать не надо. В крайнем случае продадим. Контейнер. В контейнере новые предметы. Вау. Мне вообще кажется, что это глюк, наверное, какой-то. То, что эти вещи здесь продолжают лежать. Турельку попробуем снова облутать. Ага, великолепно. Стоит приходить на места, похоже, такого рода. Очень странно все это. Здесь они явно проводят какой-то похоронный обряд, наверное, над теми геттерами, которых убили. Так, вот, мошенник требуется второго уровня. У меня есть очко. Давай попробуем прокачать до второго уровня мошенника. Теперь попробуем открыть замок. Так. Ой. Отлично. Реакция у меня довольно неплохая, оказывается. Лучше, чем скорость сбора этой ерунды. Оно того вроде как и не стоило на самом деле. Так. Да, мошенник. Решать задачки мошенника проще, чем налаживать механизм. Однозначно проще. Кто это вообще такие, а? Что они тут делают? Трибуны. Что-то тут... Как будто они поубивали кого-то, если честно. Часть ноги? Зачем? Нравы геттеров подчас кажутся урбанитом. Совершенно дикими. Некоторые ремесленники делают из человеческих костей дверные ручки и предметы интерьера. А геттеры верят в лечебные свойства порошка. Ух ты. Не, все-таки ноги мы брать не будем. Пардон. Может быть, они там верят во что-то. Но, во-первых, я не хочу нарушать их мощей. Так. А во-вторых, у меня и так перегруз еще эту ерунду таскать. Так. Здесь уже ничего не возьмешь. О, это контейнер, смотри-ка. С закрытым замком. Так, ну, давай сохранимся. Ай. Отлично. Осколочная ракета. Берем, все берем. Все пригодится. Опять все закрыто нафиг. Так, поехали.
Не сказать, что лут прям какой-то особо крутой, к сожалению. Сайзар, дальше нельзя. Зона 7-го уровня доступа. Что тут, черт возьми, происходит? Техногенная катастрофа. Находиться здесь опасно. Возвращайтесь в часть. Окей, ладно. Ну да, здесь же получается... СМД патрон. Ага, это я брал, по-моему. А здесь же все-таки... Какая-то опасная аномалия. Вот тут отсюда... Все вот эти странные чуваки. Они здесь и тусят. Тут не на что смотреть, Юнитор. Штабели трупов и толпы военных. Сомневаюсь, что это рядовая ситуация. Обычный взрыв бытового газа, помноженный на возгорание проводки. Могу я задать пару вопросов? Вернитесь в расположение, иначе придется подыскивать еще один мешок для органического мусора. Ну, какой он вежливый дяденька. Ну что ж, не зря сюда пришел, на самом деле, кучу всего нашел. Теперь надо все это сходить и продать. И, в общем-то, я доволен тем, что прокачал мошенника. Нужная вещь. Она не только дает возможность взламывать, но еще и повышает способности красться. И это очень хорошо. Религиозная доктрина Биокера, в переводе с мутного наречия «Забытый путь», была создана человеком по имени Офирот. Она базируется на постулате о том, что сомния – болезнь, данная роду номадов, наказание за грехи, однако она же может стать для него спасением. Так, на военной базе есть возможность торговать, но ее не так уж и много. Там ничего, по-моему, толкового нет. Там был какой-то ординарец. Ну, давай сходим туда. Видишь, я как будто медленнее хожу из-за того, что... Так, главные ворота или холл? Давай холл. Я медленнее хожу из-за того, что перегружен, судя по всему. Каждый гражданин автономии проводит в большом сне... От 5 до 10 лет, в зависимости от востребованности как специалиста. Так, смотрим, где тут у нас магазинчик. Вот, тут направо. Вот здесь должен быть. Да, отлично. Вот странный револьвер. Я не видел еще ни разу, чтобы кто-то продавал эти патроны, которые идут к этому револьверу. Так, осколочная ракета. Почем возьмешь? 500. Не густо, но... У меня нет гранатомета, поэтому продаю. Что это такое? Почем возьмешь? 30 всего лишь. Не буду пока продавать. Книги. Книги продадим. 50. Они стоят 100, а он за 50 берет, гад. Странные здесь торговцы, блин, реально. Нагрудный знак. Так. Зачем мне череп? Крематорий. Ладно. Ладно. Бедный Йорик. Так. Ну ладно, не будем отменять сделку. Продам ему эти чертовы книги. Наверное. По крайней мере, они очень тяжелые, наверное, должны быть.
Башни грез. Не нравится мне с ними торговать, блин, серьезно. Скотские цены. На всякий случай сохранюсь, мало ли что, что нас ждет впереди. Поскольку ресурсы Урба были почти истощены из-за провала продовольственной программы, 1904 года генерал Азар вводит ограничение рождаемости. Вот сюда он как будто бы чуть-чуть ближе, чуть быстрее идет, или мне кажется. Ой, зачем радуга, блин? За горба. Эй, приятель. Айда поговорим. Какие-то проблемы, Юнитор. Может быть, нужна наша помощь? Не понимаю, почему ордена терпит бандитов на улицах. Вижу, ты не знаком с местными порядками, солдат. Клан Мороха не такие, не какие-то головорезы. Благодаря нам в секторе намного спокойнее, чем могло быть. Так что с Урбом у нас свои договоренности. Лучше выпей за крепкую дружбу между Морохами и Ординатом. У меня как раз припрятана бутылочка для подобного случая. Что ж, спасибо. Улитка-ублюдок. Кстати, вот эту вот улитку-ублюдок просил тот парень, который решил покончить с собой. Можно попробовать открыть этот контейнер, кстати говоря. Не знаю, будет ли мне что-то за это или нет. Поэтому я сохранюсь. И попробую открыть замок. Мне как-то проще открывать, когда я немного приближаю курсор. Проще ориентироваться как-то. Так, первым делом давай попробуем что-нибудь собрать. Не могу, ну ладно. Что там у возника сейчас продается? Ничего толкового не продается. Так, может быть, ты у меня что-то купишь интересное? Череп, например. Надо череп. Так, а надо ли тебе нагрудный знак? Отвечает главным образом за внутреннюю безопасность периметра. Не знаю, надо ли продавать. Билет потратить трепанный. Нет, его не купит. И правильно сделает. Граната за 200. Продадим.
Ладно, статуэтку не будем продавать. Она очень мало стоит. Продаем черепушку и тому подобное. Отмычки за 850. А, да, пожалуй, отменяем. У меня не так уж много денег. Почем? 29. Не, не серьезно. Все. Он чуть-чуть быстрее начал бегать, как будто. Объект 6. Многоуровневый космический метрополис. Теперь в гнездо стервятника. Там найдем парня, которым надо отдать выпивку. Еще надо разгрузиться немножко. Поэтому сначала вход на блокпост, там разгружаемся и потом бежим в Радугу 106. Он хотя бы может бегать сейчас с такой перегрузкой, значит, она не такая уж сильная. Так, выкладываю некоторые лишние вещи. Вот так. Не знаю, зачем мне эта сага вне времени. Ну, ладно, пусть будет пока. Так, ремонтный набор. Плоскогубцы. Пусть, наверное, уберу их нафиг. Набор инструментов. Кстати, надо все-таки вот эту штуку использовать. Зря я забываю. Эти штуки нужны для ремонта, если вдруг потребуется. Статуэтку убираем. Башни грез. Я не могу ее что-то туда положить. Устройство микросхем. Не знаю, зачем мне нужен нагрудный знак. Билет я использую. Деньги объединю. Печатные платы разделю, пожалуй. И некоторую часть положу сюда. Это тоже уберу. А это что такое? Препарат, входящий сомнию снижает. Ага. Интересно. Интересно, сомния здесь точно так же работает, как и голод. Потому что голод здесь на самом деле нифига не работает. Только делает вид. Кстати, раньше появлялись уведомления, но сейчас их нет. А сейчас, похоже, вообще голод полностью выпили, даже уведомления не приходят. Ну, давай разберем, наверное. Я перегружен, я все равно перегружен, представляешь? Так, давай выкладываем все лишнее, разделяем. Выкладываем. О, много здесь гранат, кстати говоря. Тоже разделяем. Вот так. Оружейные детали. Пусть будут. Хотя они не нужны ни для чего пока что. Выложим поэтому. Так. Ремонт компьютера повышает. Ничего себе.
все равно перегружен. Надо же. Ну блин, что же делать-то? Ну ладно, будем, значит, все выкладывать безжалостно. Нельзя выбросить предмет. Ну ладно. Я выбрасывать не хотел, конечно. Все, надеюсь. Вот после того, как я пистолет получил, он, видимо, тяжелый, что ли, какой-то. Ну, один всего лишь. У меня прям постоянно хронический перегруз. Так, вот, Чикубу надо отдать. Давай сохранюсь. На всякий случай. Привет, малыш. Что там у тебя? Прайм сержант. Гранг хотел вам кое-что передать. Вот как? Неужели этот пройдоха решил вернуть должок? Видимо, да. Отдать дистиллят озонового дыра. Чикуб с искренним удивлением и трепетом смотрит на жидкость бутылки. Глазам не верю. Да это же озоновая дыра. А этикетка-то? Этикетка прямо из 80-х. Ну, Гранг, ну, сукин сын. Спасибо, Юнитор. Знал, чем порадовать старика. Предлагаю разделить эту бутылочку со мной. На службе не пью. Извините, Прайм сержант. Это приказ от вышестоящего по званию, Юнитор. Выполнять. Эх, была, не была. Наливайте. Наливать было куда? Давай по-нашему, по-солдатски. Чикуб делает глоток из горла бутылки и передает ее вам. Повторив этот ритуал еще несколько раз, вы обнаруживаете, что в бутылке почти ничего не осталось. Вот это я понимаю полезное дело. Помню, когда я был твоего возраста, мы со служивцами регулярно собирались на складе, чтобы распить бутылочку озоновой дыры. Правда, в какой-то момент веселые дни подошли к концу. Парня из нашей компании, который доставал нам выпивку, поймали с поличным. Но Сульт поступил по-мужски и взял все на себя. Я считал его славным парнем. Мы были добрыми друзьями. Что с ним случилось? Случилось, да, в общем-то, он в полном порядке. Сделал неплохую карьеру в комитете. Получил апартаменты в высоком квартале. Я всегда считал, что там работают только подлецы, и что ж, он не стал исключением. Что между вами произошло? И из-за этого мерзавца меня разжаловали до сержанта и отправили в эту дыру. Он оказался завистливым куском дерьма, вдобавок еще и трусом. Все началось с самых обычных слухов. Я узнал, что он считает мою победу на ежегодном турнире незаслуженной. Я не мог оставить это без ответа и вызвал его на дружеский поединок. Он серьезный фехтовальщик, и для меня было важно его переубедить. В тот момент мы сражались так долго, что судье пришлось объявить ничью. Меня не устраивал такой расклад. Новый бой состоялся совсем скоро. Сульту не повезло, и я вышел победителем. Теперь уже он не согласился с исходом и потребовал реванша. Сейчас я уже не вспомню, сколько всего дуэлей было между мной и Сультом, но о нашей многолетней вражде стали ходить легенды. В итоге слухи о происходящем дошли до начальства. Сульту сделали строгий выговор, а что касается меня, уверен, что этот бесхребетный слизняк посодействовал в том, чтобы меня лишили звания капитана, но это не самое плохое. Хуже всего, что Сульт все-таки одержал надо мной верх в последнем поединке, а после наотрез отказался иметь со мной дело.
Этот кусок дерьма решил остаться с победителем, но я не могу. Я не могу ему это позволить. Слушай, ты ведь поможешь мне, верно? Мне рассказали, что сейчас этого подонка отправили наводить порядок на границе. Отправляйся на пограничный блокпост F-48. Передай ему, что я снова жду его в зале доблести. На этот раз я поставлю точку в этой затянувшейся истории. Вы уверены, что это хорошая идея? Пока я не разделаюсь с этим ублюдком раз навсегда, я не смогу спать спокойно. А теперь за дело и никаких возражений. Скоро ты станешь свидетелем незабываемого зрелища. Чую я, намерился он прикончить этого парня. Так, что у меня там еще осталось? Плохое соседство, снова в строю. Долгожданное повышение. Найти девушку в сомнических видениях. На территории крематория ждет отряд ополчения. А, три горсти семян. И дело чести. Все понятно. А, ну, что ж. А куда мне там нужно-то дальше? Как? Так, вон, туда пойдем. Гоняют нас, конечно, тут между локациями. Ну, специально сделано, скорее всего, для того, чтобы ты побольше перемещался. Вон, пограничный блокпост, площадь славы. Давай отправимся на площадь славы. Там нужно выполнить квестовое задание. Я не знаю, действует ли какое-то ограничение по времени на квесты. Но, скорее всего, действует, поэтому надо побыстрее с ними разделываться. Так, судя по всему, какое-то происшествие. Собиратели пепла, религиозная община, которая обслуживает крематорий. Культовое сооружение, почитаемое всеми жителями. Так, надо сохраниться. Я не понимаю, что тут происходит. Оружие я достать не могу, ладно. Что тут у вас, ребят, случилось? Ренегата пришибли, да? Берем. Штурмовик. Ты немного опоздал, мы справились с ублюдками сами. Кто это был? Ренегаты из народного гнева. Думали устроить нам засаду, но мы надрали им зад. Даже взяли несколько ублюдков в плен. Ситуация ясна. Пойду осмотрюсь. Свечи. Грег, поговорить. Судя по всему, наш, один из наших. Юнитор судорожно дышит и сжимает рукой окровавленный бок. Похоже, тебе нужна помощь, приятель. Ты тут прав. Что с тобой случилось? 3 инъекции бульона. Дать 2 инъекции реген 3. Что с тобой случилось? Хренов ренегат. Обыграл меня, тварь. Но ничего, в его башке сейчас полобойма, а он... И он видит красочные сны. 3 инъекции бульона или 2 реген. Блин, я не знаю, а чё ему никто другой не помогает? Ну, не могу же я товарища, да, оставить, правда? Вот, держи. Бульон, черт возьми, спасибо. Спасибо тебе, по правде я думал, что тут и загнусь. Не хотелось бы терять людей из-за таких пустяков. Береги себя. Штурмовик-тиран. Солдат кричит на пленных террористов. Ну что, выродки, готовы отправиться в печку? Если что-то, кто-то пошевелит хотя бы пальцем, я перестреляю вас всех. Сержант Тиранг.
Что тут у вас вообще интересного? Так, давай попробуем открыть замок. Ай! Отлично. Армейский шлем. Что это? Защита ближний бой 3. Выстрелы. Броня 7. А моя кепка как? Не, моя кепка круче. Ну ладно. Какой-то монах. Так, генератор починить. Дверь я открыть не могу. Посмотрим, смогу ли я починить генератор. А у меня не хватает деталей. Обидно, блин. Получается, надо с собой носить много деталей. Иначе ты рискуешь не иметь ресурсов для того, чтобы что-то вот наладить. Это очень неудобно. Просто жуть как неудобно. Ой, ничего с этим не сделаешь, к сожалению. Потому что обратно сюда вернуться уже не получится. Ну, значит, буду носить с собой какой-то минимум хотя бы деталей всегда. Что ж поделаешь. Наверное, зря я ему, может быть, отдал. Не знаю эти ресурсы. Но не могу я посмотреть, как человек умирает. Так, давай сначала начнем с гастира, как обычно. Посмотрим, что у него там в ассортименте сейчас. Да, в общем-то, ничего приличного и нету. Ну и фиг с тобой. А, может, какая-то работенка есть? Гасир бросает на вас плутоватый взгляд. Ты как раз вовремя, солдат. У меня тут чрезвычайно ответственная работа, с которой справится только настоящий профессионал. Мастер клинка и ствола, так сказать. Мне нужно, чтобы ты доставил один чертовски ценный предмет комиссару Фарке на военную базу. Он там, считай, местный начальник таможни. Что за предмет? Это проектор, произведенный еще до эвакуации. Ему 400 лет. Сам я, конечно, ценю всякие доисторические игрушки, но, честно говоря, неработающего хлама у меня и так хватает. Чинить этот проектор без запчастей Марокко еще та, но некоторым ценителям все равно, работает аппарат или нет. Лишь бы стояла древняя маркировка. Ты как, в деле? По рукам. Гассир копается в груди хлама и извлекает оттуда аппарат. Бери эту штуку и отправляйся к Фарке. Он на военной базе, в представительстве таможни, что справа от моста, ведущего в Урб. Окей. И да, если вздумаешь прикарманить эту рухлядь, не надейся, что за нее хорошо заплатят. Ладно. Без проблем. Так, ну а исследовать эту зону и выполнять квесты будем в следующем видео. Тут у нас есть с кем поговорить, и нужно помочь еще одному торговцу защитить его, ну или попробовать, по крайней мере, а также пообщаться возле монумента какого-то с кем-то, кто нам расскажет про Сомнию побольше, о нашем недуге и так далее. И почему нами заинтересовался комитет. А у меня на этом все. Ставь лайк, если понравилось видео. Подписывайся на канал, на кураторскую страничку в Steam. Там я пишу обзоры на игры. И до встречи в следующем видео. Пока!